Одногорбый верблюд или дромадер известен только как домашнее животное, его дикие предки вымерли. Держат дромадеров в Африке, Аравии, Индии, Средней Азии, завезли их и в Австралию. Не требуя корма и особого ухода, верблюды обеспечивают своих хозяев мясом, молоком и шерстью. До последних десятилетий верблюды были самым надежным средством передвижения в пустынных районах.